Кайл Кестис. Маликос. С возвращением. Начнем твою подготовку. Ради чего ты пришел в эти руины и рисковал жизнью? Могу спросить тебя о том же. Здесь сокрыта сила. Сила, незнакомая джедаям, подвластная мне. И я готов поделиться ей. Разве не понимаешь? Это меня не интересует. Я хочу возродить Орден. Возродить Орден? Да ты глупец. Все кончено. Джедаи пали еще до истребления. Задушенные традициями. Оглушенные былой славой. Ослепленные долгой войной. Может быть. Но ничего не кончено, Маликос. Здесь и сейчас у нас есть шанс. Шанс извлечь урок из ошибок. Урок и джедаи? У них нет будущего. Как ты этого не поймешь? Время для чего-то нового. Ты и я. Мы можем создать нечто иное. Нечто лучшее. Нет. Тогда Датамир станет твоей могилой! Отразил мою атаку! Финты тебя не спасут! Попробуй еще раз! Тебе не хватает ловкости! Только трусы! Еще с ним! Никуда не годишься! Ты просто откладываешь неизбежное! Меня не победить! Финты тебя не спасут! Ну же! Куда не годишься? Зря я думал, что ты примкнешь ко мне! Умри же!
У тебя нет прав на Датамир. Нет прав на нашу магию. Встань, Кал Кестис. Ты пока еще жив. Бывало и хуже. Винты тебя не спасут. Повезло! Мой разум быстр! Меня не сдержать! Ты и говорил, Маликас. Датамир станет твоей могилой. Лежать ему во тьме со своими секретами. И ждать смерти. Зачем помогла? Этому паразиту не место на Датамире. Зачем ты на самом деле здесь, Кал Кестис? Зеффа, те, кто возвели гробницу, создали некий объект, Астриум. Ключ к хранилищу на другой планете. Внутри список чувствительных к силе детей по всей галактике. Но Империя тоже его ищет. Какая Империя? Та самая. Ну та, что убивает чувствительных к силе, чтобы никто не смог дать отпор. Значит, скоро она придет на Датамир. Вслед за войной. Будем искать Астриум вместе.